«Я люблю жизнь». Дискуссии со школьниками Омска на эту тему проводят специалисты Центра психологической помощи несовершеннолетним и молодежи. 8 апреля эту форму работы с учениками 7 классов в школе номер 132 провела педагог-психолог Наталья Костюкова. Цель данного мероприятия – это профилактика суицидального поведения. Каждый из нас, живой человек, знает, что легче болезнь предупредить, чем ее вылечить. Вот для того, чтобы у нас не было такой болезни, как суицид, среди несовершеннолетних и молодежи, мы и разрабатываем и проводим подобные мероприятия. В чем смысл жизни? В чем причины суицидального поведения? Как помочь другу, приятелю, однокласснику справиться с трудностями? Ребята в группах обсуждали ответы на эти вопросы и предлагали свои варианты. Выслушать не перебиваем, постараться не оставлять друга одного, дать понять, что все можно решить, считают ребята. У нас в школе такое мероприятие проходит впервые. Было достаточно интересно послушать. И если когда-нибудь мой друг попадет в такую ситуацию, я буду знать, как ему помочь. Или мои друзья будут знать, как помочь мне. Эти встречи нужны для того, чтобы для некоторых поднять свою самооценку. Некоторые узнают, что жизнь – это очень дорогая в нашей жизни вещь. Это очень познавательная была дискуссия. Напоследок Наталья Костюкова сообщила ребятам, если человек боится говорить в открытую, он может сделать это анонимно, просто позвонив по телефону доверия 26 42 41. Служба работает круглосуточно.